Жасыл ел приступил к работам в районах региона. Трудовые строительные отряды бойцов в торжественной обстановке вошли в очередной сезон, где им предстоит озеленить и благоустроить родные края. Все подробности далее. Церемония открытия сезона труда в Касталовском районе стала настоящим праздником. 65 парней и девушек будут работать в июне и июле. Фронт достаточно широкий, от озеленения до благоустройства. Также во время торжества наградили волонтеров, которые не остались в стороне от республиканской акции «Таза Казахстан», а внесли весомый вклад в ее реализацию. Теперь с открытием сезона бойцы «Жасыл-Ель» будут продолжать дело, начатое республиканской акцией. Я вношу свою лепту в озеленение и благоустройство района в рядах Жасыл-Ель. Работа в отряде очень полезная для молодежи. Свободное время проходит с пользой и для района, и для нас самих. Получаем заработную плату. Столь же ярко проводили в трудовой путь бойцов в Жасыл-Ель в Бакиуртинском районе. В их рядах около 90 ребят. Руководство края пожелало им успехов в работе и поблагодарило за по-настоящему полезные дела на благо малой родины. Одна из них – Аянат. Она принимает участие в озеленении родного края и считает это очень важной миссией. Работа в отряде дает возможность молодежи получить бесценный опыт. Кроме того, мы здесь учимся работать слаженно в одной команде. Главное – это то, что мы трудимся на благо родного края. В торжественной церемонии в честь открытия трудового сезона для ребят организовали концертную программу, а также провели спортивные состязания. Алексей Кочемасов, Мейрбек Бесигешев, Илдар Сатканов, Алихан Исказиев, Акжаик Акпарат.